11 годовой фигурант. Приходит отдавать ему 15-го первого. Больше не надо. Защита, зарядка. Падает. На ютубе находится. Процесс сбора аккумулятора. Вольт, и вывод на 3,7 я оставляю внешность одного, то есть 3 в банке получается. Еще надо сделать будет корпус внешний, чтобы охлаждалось, не знаю, или пластик, или все-таки хорошим припоем, чисто воловушкой, белток. Мы будем сейчас проверять, собираем. Нюанс, что их блоки защит мы убираем, то есть у них вот отсюда с центра проводки выходить. Ну, сейчас я только попробую. Вот эти блоки это оставляю я только на 3,7 вольт выход у одного аккумулятора, а подпаиваем все клеммами, которые идут на литий. То есть у нас будет работать своя защита, поэтому эта защита нам не нужна, и плюс она не такая, ток у нее не такой большой, то есть соответственно мы ее просто обходим, чтобы увеличить ток. Вот такая вот. Скоро в нашей программе как сделать классную походную аккумуляторную батарею, которая выдает 50 ватт в импульсе. От А до Я. Апгрейд вообще. Все благодаря вот этому вот Алиэкспрессу. Смотрите. Сейчас доделаю корпус и слеплю полностью фильм. Сейчас происходит зарядка батареи аккумулятора. Плата собрана, как видите, ток уже упал, уже не стоит больше часа. 0,9 ампера. Ну, тут в параллельке. Солнечная кидается на 12-вольтовый аккумулятор, а плата на нем 12,4 вольта. А батарейка в районе 10,3 вольта. Один элемент не все. Платы зарядки пока нет штатные, поэтому приходится городить вот такой вот огород. Но тем не менее, заряжаются, надеваются. Вчера я попробовал закинуть нагрузку, видит светодиодный лент, нормально тянул. Так что все работает, остается корпус. Работает 10-ваттная солнечная лента. Ну вот, как видим, нагрузка более чем суровая, то есть 11,5, ну сейчас была она 12 вольт, реально 1 ампер тащит, выдает, все как бы забило полностью. Батарейка по емкости замерена, соответствует, то есть реально, ну может 5,5 нет, но 5 ампер часов есть, то есть 60 ватт она, грубо говоря, 60 ватт час она закачивает, то есть, ну, 12 на 5, то есть в районе 5 емкости. Все, спасибо, жду ваших вопросов. Нюансы есть по тому, как собирать. Перед тем, как собирать, следует аккумулятор зарядить до максимума. Потому что неоднородные зарядки будут проблемы. Потом она забивалась, чтобы защита не выключала по меньшему блоку. Ну, это как бы все. Уже дела житейские. Работает изумительно. Включает, выключает. При разряде аккумулятора меньше
3 вольт на 2,9, все, врубает защиту, включает батарею, все, шикарно.